Ректора ИРГУ Андрея Минаева заключили под домашний арест на время следствия до 30 мая. Пока расследование дела не окончено, следствие посчитало нужным оставить Андрея Минаева под стражей еще на месяц. Необходимо провести очные ставки, допросить свидетелей, смягчить меру пресечения, отпустить Андрея Минаева под подписку о невыезде, запретив посещать вуз и общаться с сотрудниками, представляется невозможным. Он может повлиять на свидетелей. Следствие продолжается, оно не на стадии окончания расследования. Необходим ряд проведения допросов и также иных следственных действий, которые требуют времени. В связи с этим следствие решило продлить меру пресечения домашнего ареста на один месяц. Сторона защиты представила документы о состоянии здоровья Андрея Минаева, настаивая на том, что ему необходимо пройти обследование и ложиться на операцию. Однако, как оказалось, экстренной медицинской помощи ему не требуется. Необходимы определенные документы в виде заключений комиссии врачей. В настоящее время данные заключения не предоставлены, поэтому следствие полагает необходимость все-таки продлить данное меру пресечения. Суд поддержал ходатайство следствия. Если адвокаты не смогут обжаловать решение, Андрей Минаев останется под домашним арестом до 30 июня. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».